Продолжаются игры республиканского чемпионата по хоккею с шайбой, в котором участвуют две горно-алтайские команды. В минувшую пятницу, 20 января, горно-алтайская «Динамо» играла в гостях у хоккейного клуба «Майма». К сожалению, «Динамовцы» в очередной раз играли неполным составом и не смогли оказать достойное сопротивление одному из лидеров чемпионата. Первая шайба в воротах гостей оказалась на 8-й минуте матча. Автором гола стал 9-й номер майминцев Сергей Положиев. Он же с передачи Аржана Кедрашева номер 11 забросил и вторую шайбу. «Динамовцы» усиленно атаковали, имели несколько стопроцентных шансов поразить ворота хозяев, но, увы. Во втором периоде хозяева продолжали уверенно увеличивать счет. Номер 2 майминцев Евгений Поп и номер 4 Игорь Казанцев довели счет до 4-0. Аржан Кедрашев номер 11 5-0. Вячеслав Куриленко номер 18 6-0. Максим Шадрухин номер 13 7-0. И только после этого горно-алтайские хоккеисты смогли ответить. Герман Дорофеев номер 95 забросил шайбу с передачи Александра Хавина. Однако до конца периода голкипер «Динамовцев» Алексей Гисунов увидел в своих воротах еще одну шайбу, которую организовал Максим Шадрухин. В третьем периоде «Динамовцы» произвели замену вратаря, несколько раз были близки к успеху, и только случайность не позволяла шайбе побывать в воротах хозяев площадки. Переломить ход встреч «Динамовцы» так и не смогли. Следует отметить четкую игру защитников «Маймы», особенно Василия Казанцева. У майминцев же в третьем периоде по одной шайбе забросили Евгений Поп и Александр Стариков. Еще по два гола забили Вячеслав Куриленко и Сергей Положиев. Итог встречи 14-1. Во вторник, 24 января, также на майминском стадионе «Дружба», команда «Ирбис» принимала дружину армейцев из Горно-Алтайска. С первых минут матча было ясно, что предстоит упорная борьба. Несмотря на яростные атаки армейцев, «Ирбис» встречал гостей уверенной игрой в обороне и не собирался дарить победу сопернику. Отличная работа защитников «Ирбиса» только однажды позволила «СКА» поразить ворота в первом игровом отрезке. Автором заброшенной шайбы стал Владимир Коптев, номер 95. Второй период прошел в упорной атакующей игре с обеих сторон, и команды обменялись голами. Сначала нападающий СКА Валерий Емельянов, номер 87, записал в свой актив очередную шайбу 2-0. А на последней минуте периода капитан «Ирбиса» Сергей Бижанов, номер 11, с передачи Сергея Медведева, номер 71, сократил разрыв 2-1. В третьем периоде «Ирбис» после забитой шайбы несколько успокоился. Их атаки стали менее острыми, за что хозяева поплатились двумя шайбами от армейцев, которые с каждой минутой только наращивали темп. Сначала дубль оформил Владимир Коптев, затем Виталий Макаров уверенно сыграл на пятаке и завершил красивую передачу Валерия Емельянова. Итоговый счет 4-1 в пользу армейцев Горно-Алтайска. По состоянию на 24 января по-прежнему замыкают турнирную таблицу «Саузга» и майминский «Ирбис». На четвертой строчке «Динамо» с 6 поражениями и 2 победами, горно-алтайские армейцы на третьем месте с обратным результатом 6 побед и 2 поражения. На втором месте хоккейный клуб «Майма», у которого 7 побед и 1 поражение, уверенно возглавляет таблицу майминский «Сибиряк», который не проиграл ни одной встречи, при этом имеет в запасе игру с командой «Саузги».